Информуик – проект новый, но уже знакомый для нашего региона. Точнее, для Радужного. Там этот проект был реализован в тестовом режиме во время выборов в законодательное собрание в прошлом году. Члены УИК приходили к избирателям домой, рассказывали, где они смогут проголосовать и как принять участие в выборах дистанционно. В этом году с этой информацией члены участковых избирательных комиссий планируют прийти к каждому избирателю в Владимирской области, а это более миллиона человек. Это проект исключительно информационный. Члены комиссии, задача их посетить каждый дом, каждую квартиру, пообщаться с избирателями. С своей стороны мы просим избирателей с пониманием отнестись к этому и уделить нашим коллегам немного времени. Эта беседа займет совсем немного, 5, максимум 10 минут. И ответ на простые вопросы. Сейчас для членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в обходах, началось обучение. Накануне семинары прошли во Владимире. В общей сложности в них приняли участие порядка 600 человек. В том числе им сейчас предстоит освоить программу, с которой они будут работать во время обходов. При обходе для фиксации данных, фиксации ответов избирателей используется специальное приложение, установлены смартфоны. Вот. И наших коллег, в том числе, мы учим работе с этим мобильным приложением. И также навыки коммуникации с избирателями. Главная цель проекта – донести информацию до каждого избирателя о предстоящих выборах президента, а еще актуализировать базу данных избирателей, чтобы исключить возможные ошибки непосредственно во время голосования. Обход владимирцев члены участковых избирательных комиссий будут проводить с 17 февраля по 7 марта. С собой у них будет именной бейдж, а еще документы, подтверждающие работу в УИКе.